В Томском государственном университете в настоящее время обучаются студенты из 70 стран мира. Но вот это разнообразие, многообразие страновых особенностей, да, религиозных особенностей, культурных особенностей вот, того повседневного поведения, с которым приезжают наши студенты, с одной стороны, это, конечно, сложность, да, потому что с любым разнообразием работать, ну, непросто. А с другой стороны, вот это многообразие дает определенную синергию. И таким образом, имея студентов из, ну, практически с половины мира, да, практически половина стран, можно сказать, что ТГУ становится точкой сборки такой вот уникальной интернациональной среды, которая дает всем ее участникам грандиозные возможности изучения других языков, других культур. И вот того, что называется такие soft skills, да, по межкультурной чувствительности. Не каждый университет может этим похвастаться, но с другой стороны, это и сложность, поскольку для того, чтобы эта среда заработала, ее нужно определенным образом настроить, да, нужны определенные целенаправленные действия, механизмы для того, чтобы эта среда стала местом взаимного обогащения, да, взаимного развития, ну и, а не наоборот, да, не приносило какие-то неудобства вот участникам образовательного процесса в таком интернациональном международном вузе.